Добрый день, друзья. Меня зовут Константин Хмелевский, компания Tortuga Real Estate, Испания, город Торревьеха. Очень часто последние месяцы ко мне обращаются люди с одним и тем же вопросом. Можем ли мы по туристической визе приехать в Испанию и уже на месте оформить вид на жительство без права на работу, ну или, например, вид на жительство с правом на индивидуальное предпринимательство? Что интересно, очень много людей обращаются ко мне, уже приехав в Испанию по Шенгену и, например, сняв жилье в Торревьехе, они хотят оформить себе вид на жительство, допустим, без права на работу. И вот всем таким людям мне бы хотелось сказать, согласно испанскому законодательству, оформить данные типы ВНЖ, приехав по шенгенской визе в Испанию, вы не сможете. Королевский указ номер 557 от 20 апреля 2011 года прямо говорит о том, что иностранец должен обратиться в консульство Испании по месту жительства. То есть, если вы проживаете в Российской Федерации, вам нужно обращаться в консульство Испании в Москве или в Питере, ну, в зависимости от того, в каком регионе Российской Федерации вы проживаете. Об этом, в частности, сказано в статье 48 данного королевского указа номер 557. Поэтому, друзья, если кто-то из вас решил приехать по шенгенской визе сюда, в Испанию, в надежде оформить ВНЖ без права на работу, ну, либо с правом на индивидуальное предпринимательство на месте, то, к сожалению, вы этого сделать не сможете. Вы должны предварительно в консульстве Испании в Российской Федерации получить национальную визу D, которая не является шенгенской, она не туристическая, а именно национальная. В течение 3 месяцев въехать по данной визе на территорию Испании, и вот уже здесь, на месте, обратившись в отделение полиции, получить карточку резидента, ну, она же, собственно говоря, и является видом на жительство. Поэтому, друзья, если вы хотите более подробно узнать о легальных способах переезда в Испанию, то я вам рекомендую посмотреть на нашем канале сюжет, который называется «Как получить вид на жительство в Испании без больших денег». Ссылочку на данное видео я оставлю в описании под этим роликом. Я благодарю, что вы уделили время на просмотр данного сюжета. Буду очень признателен, если вы подпишетесь на наш канал. И до новых встреч, друзья! С вами был Константин Хмелевский, компания Tortuga Real Estate, Испания, город Торревьеха. Поможем вам подобрать недвижимость в Испании или собрать пакет документов для получения вида на жительство.